Что касается новых производств, то их будет в этом году открыто 17 значимых и заслуживающих внимания. Это производства, которые, соответственно, подтверждают наш тезис и предположение о том, что Московская область очень инвестиционно привлекательная территория, которую мы делаем еще более интересной для вложений. Мне очень приятно, и те, кто работает с нами, подтвердит о фактическом наличии площадок для инвесторов в Ступино, в Наро-Фоминске, в Дубне, в Оболенске, в Серпуховском районе. Во многих территориях практически везде есть площадки для новых производств, высокотехнологичных производств.